Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets, и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня обсудим ситуацию вокруг нового пакета стимулирующих мер. Так и не смогли договориться. Трамп заразился коронавирусом. Также поговорим о том, что сегодня будет опубликовано non-farm payrolls, количество вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. И обсудим лучшие и худшие акции, которые показали себя в предыдущем квартале. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. Ну а ваши вопросы, которые у вас возникнут, обязательно оставляйте в комментариях. Итак, ключевым событием, которое ждали рынки и которое как раз могло поддержать текущую ситуацию и изменить то падение, которое было у нас с начала сентября по фондовому рынку, это новый пакет стимулирующих мер, так и не смогли договориться. А в данном случае демократы предложили пакет стимулирующих мер в размере 2,2 триллионов долларов, но оппоненты предложили чуть меньший пакет в размере 1,6 триллионов. Собственно, в этом случае не смогли вновь договориться. Поэтому данное решение теперь отложено, но есть большие надежды о том, что смогут все-таки прийти к соглашению до выборов. Но на рынок это в любом случае влияет некоторой неопределенностью, и мы уже сегодня на открытии рынка в пятницу видим снижение по индексу S&P 500, видим снижение по индексу DAX, ну и также евро продолжает снижаться, то есть начинается волна укрепления американского доллара. Безусловно, то, что могло как раз поддержать фондовый рынок, на текущий момент, к сожалению, не принято. Еще одна новость, которая поступила вчера, сегодня ночью, это то, что Трамп и его супруга Мелания были протестированы на коронавирус, и результат был позитивным. Как сообщает Трамп, они уже перешли на самоизоляцию, будут принимать все необходимые меры. Ну и, собственно, как пишет Трамп в своем твиттере, они пройдут через это вместе. Ну, собственно, будем надеяться, что в ходе дебатов никто не получил на себя дозу данного коронавируса. Будем надеяться, что Байден выйдет незатронутым, да, из данной ситуации. Но посмотрим, как это дальше тоже будет развиваться. Безусловно, Трамп находится в зоне риска, но я думаю, что будет принято все необходимое для того, чтобы как раз Трамп смог побороть этот недуг и этот вирус, как говорится. А еще одна вещь, которая также сейчас мне попалась и которую я хотел бы обсудить, это те акции. У нас завершился квартал, сейчас будет начат новый сезон отчетов, и, собственно, на этот сезон отчетов возлагают довольно-таки большие надежды с точки зрения того, что уже третий квартал может быть более показательным по прибылям тех компаний, которые, собственно, пострадали от коронавируса, и это пока динамику восстановления. Но пока мы не подошли вплотную к сезону отчетов, вот несколько компаний, которые вели себя максимально эффективно последний как раз в третий квартал. То есть, как мы посмотрим по секторам, мы видим, что энергетика проседает больше всего, все остальные сектора показали хоть и небольшой плюс, но больше всего подрастали сектор consumer discretionary. Собственно, если идти уже по компаниям, которые входят в ключевые индексы, если брать индекс Dow, то компания Salesforce, которая не так давно была включена как раз в индекс Dow Jones, показала в третьем квартале рост 45%, и в сентябре, да, была небольшая коррекция. То есть мы видим, что ряд компаний также корректировались, но в общем Apple 43%, Nike 43%, McDonald's 25%, Caterpillar 24%, Dow 23%. Ну и, собственно, самыми худшими компаниями в этом случае оказались Chevron, Cisco, Boeing, Intel, Walgreens и так далее. То есть здесь вы видите список. Собственно, эти компании в третьем квартале торговались в негативной зоне. То есть компании из большинства своего, ну, то есть понятно, что Boeing — это авиаперевозки снизились, нефть сейчас снижается, ну вот почему падает Cisco, собственно, и Intel. Вот здесь довольно-таки большой интерес, но, по крайней мере, для себя в этих компаниях я вижу достаточно большой потенциал. Лично в моем портфеле есть и Walgreens, и Intel, и Cisco, и я рассчитываю на возобновление роста как раз уже в четвертом квартале по данным компаниям, ну или, по крайней мере, уже в следующем году. То есть эти компании я добавил для себя в долгосрочный портфель. Из индекса S&P 500
Самый большой рост в третьем квартале был у компании L-Brand, 183%, FedEx ожидаемо вырос на 99%. Кстати, в конкурсе, который мы проводим с Александром Элдером в предыдущем месяце, как раз победил человек, который предложил акцию компании FedEx, которая покажет себя лучше всего в сентябре, и ему мы подарим книгу. Также из худших компаний, которые мы можем увидеть вот в этом секторе уже, ну, собственно, здесь вот самый высокий рост и самое худшее это компания Apache, минус 93%. Ну, мы видим, что это все, большинство всего, нефтяные компании, да, которые здесь представлены, снижаются. Ну, и по NASDAQ, то есть лучшая компания роста это Tesla, ну, конечно же, Tesla, 245%, Zoom, 135%, NVIDIA, AMD, DocuSign, Apple, Qualcomm, ну, и остаются уже компании, которые подросли не так хорошо. Ну и 10 худших компаний это фарма, BioMarin Pharmaceutical, Illumina, ну и собственно здесь тоже Cisco, Gilead, Intel, Walgreens Boots. Собственно, биотех в данном случае показывает себя не самым лучшим образом, хотя, с другой стороны, компании, которые производят и работают, например, над вакциной, они тоже сейчас снижаются, потому что период как раз того момента, когда они все-таки найдут решение, он несколько откладывается. То есть планировать, то есть и Трамп говорил, что к октябрю хотели уже начать поставлять, но это все затягивается, сейчас уже оптимистичным кажется прогноз на начало следующего года. Собственно, посмотрим, как акции будут себя вести, какие акции себя покажут лучше всего и какие акции стоит добавлять в портфель. Но сегодня у нас будет еще одна, собственно, новость, которую нужно брать во внимание. Это количество внесозданных рабочих мест сельского хозяйства, non-farm payrolls, изменение числа занятости вне сельского хозяйства. И что сейчас важно, да? То есть предыдущий показатель, который был опубликован 4 сентября, то есть мы ожидали минус 7,5 миллионов новых рабочих мест, было создано 1,5 миллиона, сейчас прогноз на плюс уже 7,8 миллионов рабочих мест. То есть фактически это показывает на то, как экономика восстанавливается, так как сейчас нет новых стимулов, да, то есть то, о чем не могут договориться, это может выступить определенным драйвером для продолжения роста. Опять же, если это будут данные, выйдут позитивно, потому что сейчас ФРС в первую очередь делает свой акцент на то, чтобы избавиться, ну, точнее, минимизировать безработицу, да, и вновь ее восстановить, то есть, чтобы она стремилась к докризисным там 4-3%. Ну, понятно, что на это потребуется время, но сейчас это основная задача ФРС, это основная задача правительства США. Собственно, посмотрим, как это происходит. Данные будут опубликованы сегодня в 15:30 по времени терминала, поэтому за этим будем пристально следить. Ну, а в целом, то есть, если брать с точки зрения рынка, опять же, с точки зрения текущей ситуации, мы видим то, что на фоне того, что не смогли договориться, то есть фактически тот сценарий, о котором я говорил, то возможно продолжение коррекции, то есть укрепление американского доллара, снижение фондовых индексов, он пока получает подтверждение. Поэтому в этой связи, например, по евро с текущих уровней, то есть я говорил, что после закрепления как раз области 1.1687, если это произойдет, то я буду для себя рассматривать возможности как раз открытия сделок на продажу, да, то есть при тех уровнях, которые здесь будут появляться. И, собственно, такую сделку я открыл сегодня по евро. Я поставил отложенный ордер как раз вот на середину данной коррекции. Сделка открылась, ну, вот буквально за полчаса до записи данного стрима, данного видео. Вошел я, ну, собственно, где эта стрелочка. Стоп-лосс у меня стоит за локальный максимум, и цели по снижению у меня довольно-таки, ну, оптимистичные, то есть движение в области 1.1620, да, то есть движение в данном диапазоне. Потом уже к концу октября, конечно, ситуация может поменяться, но пока в текущей ситуации я вижу продолжение как раз коррекции. То же самое по британской валюте, то есть фактически с текущих уровней было бы интересно как раз искать продажи с целями снижения
снижение в область минимальных значений, которые мы видели в сентябре. Пока здесь нет хороших уровней для входа, то есть пока мы здесь в рамках часового таймфрейма еще не видим, ну, по крайней мере, я не вижу для себя данной формации на начало продаж, то есть я продолжу наблюдать за британской валютой, но вполне вероятно, что она последует такому же сценарию, да, если он будет реализоваться. По паре американский доллар, канадский доллар, вот здесь мы тоже можем увидеть продолжение еще восходящего движения, то есть фактически с целями движения на 1.3457, это максимальное значение сентября, то есть у нас пока есть на текущий момент все предпосылки того, что октябрь будет таким же не самым хорошим для фондового рынка, как и сентябрь. Поэтому пока я для себя рассматриваю данную ситуацию, а уже после, соответственно, выборов, вполне вероятно, что рынок пойдет дальше на восстановление. Поэтому здесь, с точки зрения пары американский доллар, канадский доллар, пока с точки зрения часового таймфрейма здесь нет подтверждения начала восходящего движения, я тоже буду за этим следить, если оно произойдет, то я для себя тоже рассмотрю возможность входа на покупку по данному инструменту. А вот пара доллар, американский доллар и японская иена продолжает отыгрывать как раз свой тренд, то есть здесь тенденция, в отличие от всех других инструментов, фактически не поменялось, поэтому здесь я также для себя рассматриваю возможности входа на продажу по данному инструменту. Сегодня мы видим довольно-таки сильное снижение до области 104.90, мы по данной паре дошли, но скорее всего здесь входить на продажу по данному инструменту я не буду, а так как все-таки это идет пока в разрез с теми тенденциями, которые сейчас на рынке сохраняются. По паре австралийский доллар, американский доллар, также мы можем считать вот то восходящее движение, которое у нас было, это коррекция, по крайней мере, я сейчас исхожу из этого, то, что у нас тот рост, который был по австралийцу, это была коррекция. Коррекция сейчас завершается, сегодня мы уже торговались ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера. Я поставил отложенный ордер на вход как раз вот, ну, по той синей линии, которую вы видите перед собой, это уровень 71.80 и стоп-лосс, соответственно, у меня 72.15 за локальный максимум. Здесь, если мы еще немножко подрастем, откроется у меня отложенный ордер, и цели движения будут как раз снижение в область минимальных значений 24-25 сентября. По паре новозеландский доллар, американский доллар, картина здесь тоже несколько похожа, как раз на фоне того, что S&P 500 начал падать, я вышел из сделки по новозеландцу, то есть предполагаю, что у нас коррекция может начаться чуть раньше, но вполне вероятно, что она может начаться чуть позже, то есть да, конечно, из этой сделки можно было выжать чуть больше, но вот тот негатив, который был по индексу S&P 500, и ситуация могла развернуться довольно-таки быстро, поэтому я для себя принял решение как раз выйти из этой сделки, ну и, собственно, дальше уже искать для себя новые возможности. Пока по новозеландцу у нас нет подтверждения начала нисходящего движения с точки зрения часового таймфрейма, поэтому здесь будем наблюдать. А золото у нас также корректируется. Вот здесь все-таки я буду по золоту придерживаться сценария именно покупать на коррекцию. То есть здесь в продажу я входить в любом случае не буду, да, буду смотреть, где у нас эти продажи смогут остановиться, будет это область там 1850 или 1800, ну, собственно, чем ниже, тем лучше в данном случае. Поэтому пока по золоту я продолжаю наблюдать вот это восходящее движение, которое у нас есть. Я вне позиции по данному инструменту, но вполне вероятно, что коррекция здесь также может произойти. Хотя, с другой стороны, на фоне неопределенности на фондовом рынке, если все-таки мы увидим коррекцию по S&P 500, то продолжение, переход как раз в золото здесь может быть более вероятен и более очевиден. DAX. Ну, собственно, DAX продолжает снижаться, но здесь я несколько побоялся, да, входить в данный позицию, то есть фактически мы здесь видим начало нисходящего движения, начиная с 30 сентября, да, у нас были неплохие коррекции, сейчас как раз мы могли быть в данном нисходящем импульсе, который может продлиться, по крайней мере, до минимум 25 сентября. Собственно, сейчас в DAX на продажу входить я не буду, посмотрю, где он остановится, буду и также готовиться уже к концу октября, а к началу ноября уже искать возможности переворот, то есть входить уже непосредственно в покупки по данному инструменту. Ну и S&P 500. Вот с S&P 500 мне, ну скажем так, не везет последнее время. У меня много сделок, которые я открывал по S&P 500 и по тренду. Собственно, здесь цена, то здесь я входил в покупки, цена провалилась вниз. Здесь я тоже пробовал покупать, но немного цена переписала мой стоп-лосс и ушла в рост. Пробовал продавать также на этой неделе. Собственно, цена также обновила локальный максимум и ушла в снижение. Но, тем не менее, то есть видно, что в любом случае здесь есть дополнительная повышенная волатильность сейчас по индексу S&P 500. И, ну, подобные ситуации не могут происходить. Поэтому здесь я вхожу довольно-таки небольшим объемом.
По S&P 500 сегодня мы тоже торгуемся уже в негативной зоне. Мы торгуемся ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера. Здесь я для себя поставил еще один отложенный ордер на продажу по цене 33.70. Если мы еще немного скорректируемся в данную область, то здесь я бы еще раз попробовал S&P 500 продать, потому что пока фундаментально не самая благоприятная ситуация для продолжения роста по фондовому индексу США. Ну и нефть, собственно, сейчас акции нефти компании опять проседают, опять нефть снижается, то есть фактически сейчас мы торгуемся на минимальных значениях опять сентября, и пока тенденция нисходящая по нефти сохраняется. Ну, собственно, то же самое мы видим и с точки зрения часового таймфрейма. По CFD на нефть марки Brent мы уже торгуемся в области 39.57. Сегодня день обещает быть довольно-таки интересным, довольно-таки насыщенным, ждем нон-фармов, посмотрим, как рынки на это будут реагировать. Ну и в целом, пока, если резюмировать, то, на мой взгляд, динамика коррекционная как раз сейчас сохраняется. То есть мы пока еще не готовы продолжать рост. Ну а будет это так или нет, мы с вами посмотрим уже в следующих видео. Всем желаю хорошего торгового дня. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео. Если возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы увидимся с вами в понедельник. Посмотрим, как закрылась пятница и что нас будет ожидать уже на новой неделе. Всем спасибо за внимание и до свидания.